Музыкант и композитор Юрий Лоза заявил, что российские артисты не должны хвалиться своим богатством и статусом. У нас же было это при Советском Союзе. Может быть, это было не настолько гласно, но тем не менее было не принято хвастаться, сообщил певец в беседе с RIAFAN.ru. По словам музыканта, во многих странах существует подобное ограничение много лет. Он рассказал интересный факт из личной жизни. Когда мой сын устроился на работу в оперу в Цюрихе, ему сказали, чтобы он не приходил в слишком вызывающей одежде, поскольку русские к этому склонны. Пояснили, что в обществе негативно относятся к тем, кто демонстрирует свое богатство. Не богатством красен человек, а интеллектом. И в Швейцарии, и в Китае, и в России должно быть такое ограничение, чтобы не раскалывать общество. Оно должно быть более однородным. Такое чувство, как зависть, никто не отменял, пояснил Лоза. Юрий начал размышлять, неужели честный труд шахтеров менее хорош, чем деятельность артиста? Лоза отмечал, глядя на богатство медийной личности, простой люд сразу задумается, ради чего он горбатится по 12 часов под землей. Ради чего шахтеры рискуют своими жизнями и получают за это копейки. В этом селебрити увидел некоторую наглость. Продюсер Яна Рудковская с Юрием Лозой категорически не согласна. Она считает, что каждый вправе демонстрировать свой статус. Если люди зарабатывают хорошо и платят налоги государству, то почему они не могут выставить свою роскошную жизнь на всеобщее обозрение? Мы в каком веке живем, чтобы предлагать подобные запреты? Сказала Рудковская в беседе с VM.ru. Пусть лучше запрещают использование нецензурных выражений. А роскошь здесь при чем, негодует она. Рудковскую возмутило, что инициатором подобных дискуссий выступает автор легендарного хита «Плот». Продюсер не считает его авторитетом. Яна отметила, что музыкант не тем занимается. А вообще, Лоза кто такой, чтобы предлагать подобные запреты? Для меня Лоза не авторитет вообще. Это раз. Второе, он постоянно что-то предлагает, свои бредовые идеи. Ему тогда надо в Госдуму идти. Но удивительно то, что его слова постоянно потом начинают активно цитировать. Это очень странно. Он был прекрасным музыкантом и певцом. И ему стоит именно этим заниматься, но точно не поправками к закону, заключила собеседница ресурсу.ru.